Есть одна такая штука, за которую мне даже стыдно. Период, когда я напрямую работал на администрации президента. Когда в газете «Известия» буквально на правах рекламы, на правах джинсы, публиковались мои вот такие гигантские телеги о том, что ДПНИ пытается стать движущей силой оранжевой революции и сокрушить нашу великую державу. Она работает в публичном доме на ставку. У нее студентша. А есть телка красивая? Она только по четвергам приходит и сосет. Она говорит, я здесь не работаю. Вот то, что ты пытаешься мне рассказать, для меня, если ты пишешь в это издание, ты с ним ассоциируешься. «Известия». Что такое «Известия»? Их только что купил «Газпром». У тебя было там обаяние? Ты знаешь, к Суркову, именно к Суркову Владиславу Юрьевичу, я относился лучше даже, чем к Навальному сейчас. К Навальному я отношусь очень хорошо. Сурков меня устроил в «Известия». Не было ни одного человека, структуры, ведомства, которому бы я лизал жопу. Спроси у Рыкова при случае, лизал ли я Рыкову жопу. Жопу лизать плохо, и хуй сосать плохо. Ну, я все равно это делал, потому что нет. Это были перегибы. Нет, даю хуй на отсечение.